Пока разработчики игр борются за улучшение графики, гениальные люди создают шедевры, например, Minecraft, предлагающие игрокам нечто большее. Так, например, создатели Майлендс не гнали за хорошей графикой, зато добавили в игру возможность зарабатывать деньги. Игроками уже выведено около 2 миллионов долларов. Если вы разберетесь в игре, пройдя простое обучение, то узнаете, как добывать черный жемчуг и сразу же продавать его за реальные деньги. Ссылка на игру в описании под видео, регистрируйтесь и начинайте зарабатывать. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Thoreio. Эта флешка у нас про вот этого вот странного товарища, не знаю, человек это или монстр какой-то, почему у него светятся глаза, почему весь мир такой мрачный. Ну да, игрушка довольно-таки мрачная, и мы будем играть за этого героя здесь, пытаться что-то узнать. Вот он, Thoreio, или как-то так читается, я не знаю, как правильно прочитать это название. В общем, да, здесь у нас есть разные ловушки, на которые бы нам не стоило попадать. Вот, например, сейчас я использовал заряд, и там видно внизу, что была объект, он выделяется, сквозь него проходит этот луч. Если это видно, что этот объект, значит, это ловушка или яма, или еще что-то, и надо попытаться перескочить ее. И мы сейчас попробуем, но это тщетно, потому что она слишком большая. И мы будем теперь выбирать путь. Пойдем мы налево или пойдем мы направо. Направо я уже ходил, поэтому пойдем, наверное, налево, посмотрим, что там. Так, beware of your surroundings. Так, ох, вижу, пол светится, значит, здесь, да. Нифига себе, она такая огромная, что ли? Так, да, она очень большая. Я такой, походу, не перепрыгну. Хотя еще раз я попробую сейчас. Может, я просто не с того места начал прыгать. Но такое ощущение, что я здесь не пройду. Так. А нет, я по сути допрыгнул, но... Еще раз что ли попробую? Давайте последний раз попробуем, если не получится, то пойдем направо. Я думал, что это развилка, типа разные пути будут. Прохождение какого-то, но... Ух ты, я перепрыгнул. Так и знал, что все-таки можно перепрыгнуть. Так, и что это? Или, типа, это не было задумано, что я на самом деле здесь могу пройти. Ну, вопросики здесь какие-то, я ничего с ними не могу сделать. Эй, зря сюда шел, что ли? Ну, ладно. Кстати, наше-то зрение еще уничтожает некоторые ловушки, поэтому... Этот вот луч, который он делает, круг этот вокруг себя, поле, оно уничтожает некоторые вещи, некоторые ловушки. Так, ох, наверху камень вижу, так, оп. Эй, как меня прибило, я же видел его. Ну, то есть, я же ушел от него, меня прибило каким-то образом. Странно, странно. Ну, ладно. Сейчас я сразу среагирую тогда. Может, я слишком поздно среагировал, поэтому меня и прибило. Так, вот, отхожу. Все, ничего меня не трогает. Можно идти дальше. Так, кстати, кто-то на стенах нашкрябал срок, что ли, сколько времени здесь прошло, сколько он здесь, походу, был. И кто здесь был, еще мне непонятно. Что... Так, light before happens. Так, стоп, свет светит? Нет, показалось. А, да, здесь еще вот такие могут вылетать стрелы, ловушки. Там сразу у них звук появляется соответствующий. И после этого надо использовать сразу наш свет. Да ё-моё, я же отхожу от этого камня. Почему он на меня падает? А, ладно. Кстати, есть прохождение. Если кто-то застрянет, то там в верхнем углу написано walkthrough. Это прохождение. Так, все, вот мы испепелили стрелу. Почему с каждой ловушкой так не получается, мне непонятно, к сожалению. Так, оп, сейчас упадет. Фу, не задело. Хотя, опять же, было очень близко, не знаю, с чем это и связано. Remember, nobody went this way. Так, хорошо. Ту-ту-ту, ползем. Ту-ту-ту. Ух, черт, зря я не использовал свой свет. Хитро, молоток там оказался. Охренеть. Давай, падай. Вроде меня не заденет, да. Так, сейчас пройду чуть-чуть и снова. Так, вот там наверху показалось мне камень какой-то. Нет, нормальный. Хотя вроде луч через него прошел. Да, вот через эту... А, видимо, сейчас сверху что-то будет. Так, ну небольшой заряд у меня остался, поэтому... Оп. Ох, перепрыгнули, отлично. Так, пол светится, стоп. Я вижу небольшое красное такое пятно, ну, точнее, это серое пятно, красные пятна, я так вижу, так здесь. Оу! Оу! Что это? А, стоп, блин! Какого хрена я об нее умер? Я же просто...
Ладно, надо просто сэкономить, видимо, заряд и уничтожить эту ловушку. Либо сразу же бежать. Так, давай, падай. Оп, упала. Ага, идем дальше. Идем, 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 идем. Так. Да ё-моё, мне вот не нравятся такие, конечно, платформы, они какие-то очень странные. И наш герой прыгает довольно странно. Ну, ладно. Главное, что запрыгивает. Так. Оп. Так, сейчас здесь вот эта штука будет. Шипы. Но когда я сюда дойду, я вот так вот буду делать. Хм, я был прав. Так, behind you. Воу. Это вот эта волна тогда пролетела, блин. Надо быстрее бежать, а то вдруг меня кто-нибудь убьет. Это меня тут прямо хотят, везде меня хотят здесь. Че, вроде сюда он не лезет, да? Ага, вижу пол. Ну, а тут и так он светится так-то. Так, оп. Кстати, у меня все время волосы двигаются. Ха. Интересно. Тут вроде ветра-то не особо видно. Воу, там какой-то был монстр такой, похожий на меня, но при этом у него какой-то рот открытый был. Второй я? Меня какой-то преследует или что? Интересно. Так, стоп. Ага, вижу вот там. Так, вроде бы уж ничего. Сейчас зарядимся снова. Табличка. Do you know who you are or what you are? Ага. Ничего я не знаю, кто я, что я вообще, почему и зачем. Воу, я даже не слышал этой ловушки. Ну, не зря нажал просто так. Блин, слишком много красного. У меня заряд кончился, так неинтересно. Сейчас по-любому подохну где-нибудь. Ну еще бы. Еще бы я там не подох. Так, ладно. Сейчас не попадусь на это. Тю-тю-тю. Тихонько шагаем, тихонько идем. А нет, слышно было звук. Просто у меня довольно тихо все. Так. Сейчас молот здесь будет. Ну что, не активируется? А, он дальше был. Ах. Надо запомнить, что он после кровяки идет. Ну или чего это такое там. Я не знаю. Так. Да-да-да-да. Спасибо за таблички. Кто-то их любезно расставил. Почему, интересно, некоторые вещи все-таки уничтожают? Я на них, типа, уворачиваюсь так, если я их замечаю. А вот с такими приколами не прокатывает почему-то. А, можно растворить было, во. Нормально, то я же думаю, блин. Так. Опять ты! Ты ж меня сожрёшь. Почему ты продолжаешь пытаться? Да хрен его знает, честно говоря. Я ж прыгнул. Да, игра называется «Умирай, умирай, умирай», видимо. Да ё-моё! А, жесть. Вот. Так, здесь еще. Да я ненавижу! Почему здесь такие тугие прыжки? А. Не, игрушка-то классная. Просто прыжки у меня не получаются. Атмосферная такая. Так. Какая-то большая зона поражения! Понятно, надо было просто чуть подождать. Да что за издевательское место какое-то-то, а? Умирай, чтобы идти вперед, у нас в итоге какой-то получается так. Оп.
Опять что-то там. Пойду скорей. Так. Мне не нравится эта штука. Что я с ней должен делать? Она сейчас резко меня вверх поднимет по-любому. Она слишком огромная. Или так и надо было? Нет, походу так не надо было. В общем... А, вот что это. В общем, ребята, если хотите что-то дальше узнать, сами поиграйте. Надеюсь, вам понравилась данная игрушка. Лично мне понравилась, такая атмосферненькая. Ссылка на нее, конечно же, в описании. Заходите и играйте. Также не забывайте заходить на мой Minecraft сервер mindsoul.ru. Там Hightech, Pixelmon, Magic, сервера, Classic также. Вот все, да, заходите, играйте. На этом все, всем удачи, всем спасибо за просмотр. В описании почаще заглядывайте, всем пока.